На днях в отдел информации телерадиокомпании «Пинск» обратились жители новостроек по улице Савича с жалобой на постоянно захламленную площадку для сбора мусора недалеко от дома номер 30. По словам жильцов, вот уже 2 месяца во дворе складируется строительный и бытовой мусор. Причем на специально подготовленной площадке не установлены контейнеры. Посмотрите, тут вообще-то запахи, само собой, ветер разносит. Вороны летают, тоже разбрасывают все, собаки растаскивают. Сколько ни жаловались, куда ни жаловались, никто никакого внимания не обращает. Поэтому, не знаю, может быть, вы поможете нам. К слову, жильцы соседних домов номер 24 и 28 такой проблемой не озабочены, ведь имеют в подъездах мусоропроводы. Виктор Викентьевич рассказал, что за решением этой проблемы жители молодого района обращались в жилищно-коммунальное хозяйство города, в городской исполнительный комитет, но свалку во дворе до сих пор не убрали. Обещали, приедем, уберем, поможем, но никаких сдвигов нету. Сдвиги, к слову, можно было наблюдать уже на следующий день после жалобы. Прояснить ситуацию нам помог инженер отдела содержания и текущего ремонта жилищного ремонтно-эксплуатационного управления города Пинска. Хочу обратить внимание жильцов на то, что организовано силами ЖКХ города Пинска планово-бестарный вывоз мусора бытового по данному адресу. Ну и в дальнейшем, чтобы предотвратить образование стихийных свалок, с данной площадки были демонтированы ограждающие устройства. Силами ЖС-2 данная свалка была ликвидирована. Таким образом, проблему можно решить в течение суток. Теперь избавляться от мусора жильцы 30-го дома по улице Савича смогут ежедневно, дождавшись вечерней плановой машины. В эти дни коммунальной службе города принципиально важно уделять уборке мусора максимум внимания. Осенний месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города продлится еще неделю. В нем важно участие каждого.